Можешь начинать. Итак, три Ильников в разные стороны. Она сейчас пытается засунуться прямо через фанбоксы. И From Right делается играющий. Два бакшпина в разные стороны. Я уж думал, они будут сделаны, но, увы, немножко там что-то не сошлось. Итак, несется дальше. Катается по всему парку, за что, мне кажется, большой плюс от судей ты получишь. Брай по прямой попытался сделать, но, увы, немножечко тоже не получилось, не рассчитал. Зато баттеркапы с первой делаются в квотере. Такие сложнейшие парковые трюки делаются просто на развороте. Сложно представить, что нас сегодня ждет, когда будут кататься любители, и уж совсем ни в какие рамки не вяжется то, что мы сегодня увидим от профессионалов. Итак, тем временем, что мы увидим от Вячеслава в ближайшие 4 секунды? Итак, быстрее, 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 завершающий трюк. Два Ильникова в разные стороны попытался, но, увы, чуть-чуть не получилось. Итак, следующий райдер...